Всем привет, меня зовут Сабир Маликов. Мы только что закончили проект в парке «Локомотив». Был совместно с компанией Red Bull. Проект был достаточно сложный на первый взгляд, но потом все пошло хорошо и как бы все получилось удачно, всем все нравится. Вот, это наш стрит-арт-проект. Мы находимся в парке «Локомотив», и совместно с Red Bull мы делаем стеночку в стиле граффити. Интересный довольно-таки проект. Граффити сделано на тему «Экстрим». Ну и в дальнейшем видео вы увидите, как у нас все это вышло.